Огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будут последние покупки с сайта AliExpress в этом году. Ну, естественно, не последние вообще, потому что в январе и феврале я планирую дальше снимать видео, так как было достаточно много заказов на все эти черные пятницы. Что еще там, в понедельник была какая-то распродажа 27-го, и не все еще дошло, конечно же. И сегодня вам покажу, что на данный момент у меня есть. И следующее видео уже будут какие-то предновогодние влоги, что мы там делали, покажу. Так что, если вам интересно, то давайте. Давайте приступим. И первое, с чего я хочу начать и показать вам, это был вот такой вот чехол для очков. Я второй раз в жизни покупаю себе очки, не дешевые. В этот раз я взяла от Max Mara, но это не на AliExpress, естественно, с другого сайта. И вот так они выглядят, поэтому я решила подобрать для них чехол, потому что предыдущие очки, которые у меня были любимые, Лев случайно, ну, как бы, одевал мне их и сломал. Поэтому я решила, точнее, задачилась тем, чтобы купить себе хороший органайзер, куда я могу положить свои очки и убрать в место, где он был бы недоступен. А здесь у меня как раз на две пары, потому что больше у меня нет, но были на 8, на 10 пар. Я знаю, что многие очки коллекционируют, я нет, мне вот достаточно двух. И все это дело здесь в органайзере выглядит вот так вот, и вы это закрываете. И можно носить в сумочке, не боясь, что с ними что-то случится, потому что органайзер очень прочный, то есть у него есть каркас, естественно, он твердый и, как вы видите, достаточно компактный для того, чтобы поместиться практически в любую сумочку. Ну, потому что я привыкла, например, большие сумки носить, так что, в принципе, его размер, ну, не имеет никакого значения для меня. Так что, если вдруг у вас есть очки, не обязательно солнечные, и даже не обязательно, может быть, для очков, потому что в таком органайзере можно хранить и украшения какие-то, чтобы можно было перевозить с собой куда-то, то я могу порекомендовать вам присмотреться. Они были в нескольких цветах, но я выбрала самый такой, который я привыкла использовать в повседневной жизни. Поэтому ссылку на этот органайзер я оставлю в описании под видео. И следующая вещь, которую я хотела вам показать, была уже из косметики и выглядит она вот так. Я думаю, что вы догадались, что это подводка. Пришла она вот в такой вот коробочке. Конечно, меня очень сильно подкупили фотографии продавца. Потом я почитала отзывы на нее и решила заказать. Вообще, мне пророчили, что придет она только в конце февраля, но она дошла буквально за 2 недели ко мне, и это несмотря на то, что были все вот эти вот акции, типа черная пятница, очень быстрая доставка, так что огромное спасибо продавцу. На самом деле подводку я уже попробовала, сначала я тестировала ее просто на руке, нанесла линию, даже вот в предыдущем видео во влоге видно, я там, ну, что-то показываю руками, и у меня вот здесь вот такая полосочка, я ходила специально и мылась, но это место не терла, мыла посуду, протирала пыль, и знаете, что я вам скажу, что если ее специально не тереть, то она практически не стирается, поэтому на данный момент из всех подводок фломастеров это, наверное, самая-самая водостойкая. Ну и, конечно, внешний вид, я не знаю, мне кажется, любого, кто любит, и зеленый цвет подкупит. Сейчас покажу, как она выглядит. Она очень быстро засыхает, я потом вам через время покажу вообще как. Она очень четко рисует, у нее хорошо пропитан вот этот вот кончик. И не надо ждать, пока жидкость туда стечет, если вы хотите нарисовать две стрелки. А не, знаете, как часто бывает, получается, рисуешь одну стрелку, и на вторую уже надо подождать, потрясти. Здесь этого нет, жидкости как раз достаточно для того, чтобы вы могли оформить оба глаза. Так что тоже могу рекомендовать вам к ней присмотреться. Очень классная вещь, никаких аллергий она не вызвала, стоила в районе 4-5 евро. И я считаю, что это вот один из самых таких достойных продуктов из косметики, которые были у меня с AliExpress. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, если вдруг вы еще не нашли, где можно хранить ватные диски и ватные палочки, чтобы они не пылились, чтобы они нигде не валялись, предлагаю вам обратить внимание вот на такой органайзер, пришел он в коробке. Последние все посылки вот приходили в таких коробочках, что мне было очень приятно. Здесь есть два отделения, и в одном хранятся ватные диски, и в другом вот ватные палочки. Что мне нравится в таких органайзерах, это то, что они не требуют, чтобы вы сверлили стену, допустим, плитку в ванной комнате. Мне жалко, поэтому я покупаю вот с такими наклейками. Эти наклейки просто держат намертво, потому что это не единственная моя вещь. С такими наклейками я еще заказывала полку, на которой стоят все ванные принадлежности. Это и литровые шампуни большие, и душ-гель, и все отлично держится, никуда ничего не падает. Поэтому, если вам вариант тоже такой нравится, то загляните в описание под видео, там будет ссылка. Мне кажется, его можно как-то и украсить, может быть, какие-то стикеры наклеить, допустим, ну, подписать, что здесь ватные палочки, а здесь ватные диски, но это уже на ваше усмотрение. Так что да, ссылка будет в описании. И следующая вещь, которую я хочу показать, была уже из одежды. Это вот такая вот красивейшая шапка нежно-голубого цвета. Давно я к ним присматривалась, стоила в районе
10-11 евро вместе с доставкой. Здесь какой-то неплохой состав, потому что я ориентировалась, по-моему, как раз на состав, ну и на отзывы покупателей. Что мне понравилось, это то, что я могла увидеть, как выглядят на головах других людей. У меня есть большая проблема, это то, что все шапки на мне смотрятся как-то приплюснуто, и ни одна мне не идет. Мне идут такие вот объемные шапки, объемные капюшоны, если можно там шарф на голову намотать, и чтобы все это выглядело объемно, в противном случае все смотрится очень... Даже не знаю, как описать, поэтому тоже могу вам порекомендовать присмотреться к этим шапкам. Они тянутся, они просто невероятно приятные на ощупь и очень-очень теплые, так что я полностью осталась довольна этой покупкой. У меня, по правде сказать, нет ничего голубого цвета, но, в принципе, он достаточно такой нежный, думаю, что подойдет ко многим вещам из гардероба, но планирую заказать еще, скорее всего, коричневую шапку и белую, наверное, ну, как раз хватит на несколько лет, я думаю. Вот, так что тоже обязательно к ней присмотрите. И следующая вещь, которая тоже мне очень-очень понравилась, и я давно ее хотела, опять же, ориентировалась я на отзывы на самом AliExpress. Вообще, я хотела себе, знаете, эти шубки, которые называют типа Чебурашка или Тедди, ну что-то в этом роде, но на Чебурашку, на такого кучерявого я не решилась, потому что не знала, как это будет на мне выглядеть. Я себе решила заказать вот такого типа длинную шубу, тоже были очень-очень положительные отзывы. Я, честно говоря, не знаю, получится ли у меня так достойно снять ее на камеру, потому что сколько я ее не фотографировала, как-то вот реальность она не передает. На самом деле я просто невероятно довольна этой шубой. Она настолько теплая, я ходила в ней, когда у нас было минус 12 градусов вечером в магазине, где-то было часов 9, и был очень сильный ветер. Вы представляете, она даже не продуваемая. Она застегивается здесь на такие интересные застежки, то есть вы зажимаете до щелчка, и потом она никуда не расстегивается, ничего. Я выбрала себе размер S, ну, судя по всему, и она выглядит на мне достаточно такой, вроде бы объемной, но не совсем. Если бы я хотела, наверное, побольше, все-таки нужно было бы брать размер M, но я уж не хотела совсем как медведь выглядеть. Так что я говорю, мне этот стиль, если честно, напоминает стиль какого-то бомжа. Сшита она хорошо, здесь в некоторых местах торчали небольшие нитки, но совершенно не проблема. Такие шубы сейчас висят и в магазинах Zara, и в Reserve, ну, в общем, в таких вот, где продается одежда. Поэтому просто вот настоятельно вам рекомендую присмотреться. И я себе выбрала размер, я посмотрела у девочек, точнее не размер, а цвет, я посмотрела у девочек, там все в основном брали, по-моему, он назывался пич, ну, персиковый, ну, я не знаю, что здесь, конечно, от персикового, но вот она не слишком белая, то есть это не чисто белый цвет, такой, можно сказать, грязновато-белый, как-то так. Поэтому очень-очень рекомендую вам присмотреться к этой шубке. Стоила она мне вместе с доставкой в районе 40 евро. Я считаю, что это вообще просто отличное соотношение цены и качества. Посмотрим, как она будет там в минус 20. Но когда я опять же надеваю на себя свой теплый костюм, опять, который я заказывала на AliExpress, то мне любая непогода просто нипочем, потому что ну, действительно невероятно тепло. Так что тоже рекомендую присмотреться. Я или фотографии вставлю, как она на мне выглядит, или просто примерку сделаю, можете там посмотреть. И все эти покупки, которые вы сегодня увидели и увидите дальше, вы можете купить на сайте AliExpress. Я вообще обожаю просто делать оттуда заказы. А еще мне нравится, что сейчас многие посылки объединяют в одну, и уже не нужно ходить на почту и забирать там по одной посылке. Сразу приходит такой пакет, где 6-7 посылок. Вот у меня как раз так было, поэтому не надо ждать уже долгое время для того, чтобы снять наконец-то видео. Ну и вообще приятно получать сразу таким скопом и потом с радостью это все распаковывать. И еще приятным дополнением сможет стать кэшбэк-сервис Letyshops, который возвращает вам деньги с ваших покупок. А с 21 по 24 декабря Letyshops возвращает в 3 раза больше, до 15%, и это горящий кэшбэк. Но активировать вы его можете только со страницы акции «Билет на электричку». Я обязательно ссылку оставлю в описании под видео, так что заглядывайте туда. Переходите в AliExpress, активируйте кэшбэк и совершайте покупку. И если раньше вы могли со своей покупки получить 100 рублей, то теперь с горящим кэшбэком это уже 300 рублей. Но обратите внимание на то, что горящий кэшбэк до 15% доступен только по ссылке в описании под видео. Кстати, кэшбэк это еще не все. До 28 декабря у вас есть возможность поучаствовать в розыгрыше новой белой Теслы. И условие очень простое. Делаешь заказ на $25 в AliExpress с кэшбэком от Letyshops и получаешь билет на розыгрыш новой белой Теслы и также других призов. И времени осталось уже не так много, всего несколько дней, и чем больше у вас билетов, тем, естественно, больше шансов выиграть. Все детали смотрите на сайте, либо в приложении Letyshop. Поэтому регистрируйтесь и успевайте словить не только горящий кэшбэк в AliExpress, но и также билет на розыгрыш белой Теслы. Все детали оставлю в описании под видео.
Возможно, эта вещь уже не будет актуальной в этом году, но впереди будет еще много лет, когда вы будете справлять Новый год, наряжать елку. Я заказывала для себя вот такие вот белые сани, которые с такими золотыми, не знаю, вкраплениями, веточками, что ли, с ягодками вместе. И здесь у меня сидит это мой Дед Мороз. Я покупала просто сани для того, чтобы у меня есть олени, и сделать, ну, такую композицию, типа олени запряжены в эти сани. И могу сказать, я честно, я обалдела от качества, когда они пришли ко мне. Сделано все просто идеально. По-моему, стоили они 12 евро, и можно очень красиво наполнить их конфетами, елочными игрушками. У меня внутри там лежит гирлянда, и сверху сидит Дед Мороз и олененок, и все это так красиво светится в темноте. Обязательно вставлю вам фотографию. Я на самом деле не думала, что они будут такого классного качества. Все сделано, но мне даже не к чему придраться. Да, детализация просто идеальна, действительно похожа на сани, и можно использовать, ну, я говорю, как органайзер даже для конфет. Под елкой будет выглядеть очень-очень красиво. И следующее, что я хочу вам показать, это уже для вашего ребенка, неважно, девочка или мальчик, потому что мультики, мне кажется, тачки любят практически все, и даже я уже взрослая совсем тоже люблю смотреть. Я уже не первый раз заказываю оттуда героев. И первый раз у меня был зеленый автобус и был метр. Я показывала в одном из видео, в отличном состоянии до сих пор. Единственное, что у метра там оторвался крючок, потому что, ну, он декоративный, слабенький, а лев на него привязал какой-то груз, тащил там. Но в целом сама машинка не пострадала, только вот этого крючка нет. В этот раз я заказала трактор, и еще была полицейская машинка. Но сейчас ее, к сожалению, не нашла, но ссылку на нее тоже оставлю. Вот у этого продавца просто нереально крутые машинки. Я читала там внизу в комментариях, что абсолютно они ничем не отличаются от оригинала, даже многие подозревают, что это оригинал, ну, абсолютно не к чему придраться. Машинки сделаны просто идеально. И я тоже поближе вам ее покажу, увидите все, как, знаете, я не знаю, чем там нанесен рисунок, но его абсолютно ничем не стереть. То есть, что бы с машинками ни происходило, лев и с кинетическим песком с этими машинками играл, все отлично, нигде не поцарапались. И вот эти две машинки новые, он еще не видел, завтра ему гномик принесет. Это вот такая вот золотая молния Маквин, тоже металлическая машинка. И, не знаю, розовая. Кто это, точно не знаю, потому что не все герои, к сожалению, знают вот из этих трех частей. Но тоже она там была. Вот. Он розовые машинки вообще очень любит. Поэтому ссылки на них тоже оставлю в описании. Если ваши дети коллекционируют, любят тачки, то вы смело можете заказывать у этих продавцов. У меня вообще никаких претензий к качеству нет. Наверное, последнее, что я вам на сегодня покажу. Хотела еще рассказать про пылесос, но уже в следующем видео в январе, наверное, вам покажу. Это вот такой вот кошелек. Я уже показывала в предыдущем видео, что заказывала себе и Жене кошелек, но это, скорее всего, были такие органайзеры для ключей с небольшими отделениями для денег, и я предложила маме ради интереса, ну, думала, может, она не согласится, может, ей не надо, но она говорит, надо, ключей много, и забрала у меня его, поэтому я решила себе заказать еще один кошелек. Мне очень нравится, по-моему, это воловья кожа, ну, по крайней мере, так указано у продавца, и в этой коже я абсолютно уверена, она просто долгоиграющая. Предыдущий кошелек, который мы заказывали для Жени, но он стоил, по-моему, порядка там 40, может быть, евро. Он до сих пор в отличном состоянии, и что он уже не переживал, только и поездки разные на дальние расстояния, и постоянно его переносили и в кармане, и в чемодане, все с ним отлично, поэтому я выбрала практически такой же, только чуть-чуть поменьше. Внутри все это выглядит вот так вот, я просто обожаю такие кошельки. Здесь много отделений для карточек. И здесь еще вот есть такие отделения. Выглядит очень достойно. Его можно цеплять к джинсам, например, если я еще не сказала. Ну или куда-нибудь еще, чтобы его никто не украл. И он всегда был с вами. Здесь вот такая толстая цепочка. Она, знаете, такого бронзового цвета, не выделяется. Ненавижу всякий кислотный цвет. Все прошито просто идеально. Стоил он не очень дорого. Ну здесь, в принципе, по-моему, 20 евро он стоил. Ну здесь вот, в принципе, я думаю, особо и нечему дорого стоить. Внутри есть еще вот такое вот отделение. И здесь отделение для того, чтобы класть, например, цент. Ну, у нас евро, поэтому центы, евро. В общем, я осталась тоже очень-очень довольна кошельком. И на подарок обязательно возьму, потому что сейчас близится куча дней рождения, потому что семья у нас большая, и думаю, что такие подарки, как новые кошельки, будут как нельзя кстати. Поэтому да, на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях. Все ссылки вы найдете, как всегда, в описании под видео. Спасибо вам огромное, что вы мне пишете в комментариях, когда я забываю ставить какую-то ссылку, потому что всегда очень куда-то тороплюсь или невнимательно. Если что, да, пишите мне в комментарии, я все поправлю как надо, и увидимся в следующем видео. Пока!